Тёпа! Сегодня я один дома. Дома никого нету. Я улечу отсюда. Кстати, дома же рыбки есть. Значит, я не один, но все равно. Но все равно я один, кто не в аквариуме, а дома. Сейчас я полечу! Я аж испугался, что это было! Что-то мне стало страшно. Где-то упала книга. Или что-то такое тяжелое. Это, похоже, книга. Ладно, я лучше пойду в клетку. Перекушу. Не придет. Что это такое? Кто там ходит? Неужели я тут не один? Может, это хозяин? Но он же сейчас ушел. Нет, только не это. Мне надо срочно спрятаться. Я спрячусь вот тут, и он меня тут точно не увидит, потому что я смешаюсь с зеленым светом на потолке. А если он меня найдет, я просто притворюсь неживой. Ну, то есть плюсовая игрушка. Если кто это? Кто это? Ладно, все, я прячусь. Что-то опять упало! Помогите! Что-то опять упало! Помогите! Ха-ха-ха! Теперь ты будешь сидеть в клетке всю жизнь! Кто-то зашел в наш дом! Помогите! Это же Степа! Там кто-то возле Степы стоит! Да, надо помочь ему! Быстрее! Ищем выход отсюда и помогай! Меня посадили в клетку, и сейчас я выберусь отсюда! Все, я открыл клетку! Сейчас я попробую выбраться! Сейчас я попью! Ну, как вкусная вода, какая вкусная! Ням-ням-ням. Сейчас еще чуть-чуть попью. Сейчас еще чуть-чуть. Все, уже не буду пить. Ура, он ушел. Ура, он ушел. Он ушел, ребята. Тот, кто посадил меня в клетку. Ням-ням-ням. Ушел. Все, сейчас придет хозяин. Степа, пора домой. Ты где? Степа. Степа. Ура, мы спасли его. Вот ты где, Степа. А ты как оказался в клетке?